Всем привет! Скажи, с вами канал Артмания, мы тут занимались. Подожди, дай покажем, что у нас тут было нарисовано. Дом у нас был нарисован, мы посчитали этажи в доме. Арку, да? Где арка, Зим? Покажи вон там вон, арку. Где арка? Мы начали с арки. Вот, да, арка. Вот она. А арка у нас здесь есть. Да? Дома, школа номер 8, павильончики, рынок, да? Где рынок, покажи, Дима. Вот тут рынок, да. Там у нас написано, что продается на рынке. Что у нас на рынке продается, Дима? Что? Хлеб, сыр, игрушки, круг и сок. Вот какие у нас магазины. Тут у нас, скажем, набережная, заборчик вот это. Люди вот тут вот загорают. Тут вот у нас Волга, да? Волга, река. Да, и Дима уже разрисовывает. Нет, ты не стучи. Ты мне его так уже сломал. Дима машинки у нас рисует. Рисуй машинки, Дим. Вот так это будет покук. Покук, да? Вот так это будет век. Вот так это Вадика будет, да? Радуга. О, это у тебя радуга. Радугу надо было это. Уня. Разными цветами. Уню, тут звезды, тут рисуем. Тут уню. А, там луну точно, я же хотела там луну. Тут облаки. А, облаки, точно, мы не дорисовали же. Облаки. Шедевр. А на доме ты там что нарисовал? Тут. Тут луну рисуем. Тут луну. О, Дина, луна! Да, вот она луна. Что еще надо дорисовать? А облаки еще дорисуй. Что-то их маловато. Ну и что ты там? Все перечертил в итоге, Дима. В итоге, Дима, все перечертил у мамы, да? Как красиво было! Готовим мы здесь суп-пюре. В большую кастрюлю, вроде бы все, ну как положено, по-человечески. Нет, все вот тут вот протекло, вот тут все уже, видите, вот желтое пятно. Все затопило, короче, все заново, ну, придется мне мыть плиту после супа. Ну, чуть-чуть там что-то так подпрыгивало, я думаю, ну ладно. Чуть-чуть, думаю, капелька будет там, там вообще кошмар. Вообще. Да, и ты тут, а? Тут у меня вон, посуда там уже чистая. Да, не трогай только руками. Это там горячее все. Суп-пюре у нас будет с цветной капусточкой. Это, кстати, капуста светофор. Я покупала, на нее будет обзор. Она сейчас лежит, вот размораживается. Мне любопытно, сколько же там останется самой капусты и сколько будет воды. Я надеюсь, что она до обеда разморозится. Вот она лежит тут рядышком. Это вот. Потому что тут написано килограмм. Ну, я так понимаю, килограмм капусты, но в итоге сколько там будет?
Дима, ты куда у меня пошел? Так, готовка у нас идет полным ходом. Здесь вот морковка у нас, картошка уже потекла. Я ее переставила сюда. А, представляете, она здесь стояла. То есть огонь исчез, газ идет, а я даже не заметила, как раз окно открыла, даже ничего не чувствую. А потом посмотрела, ба, там огня нет, выключила. Слава богу, заметила. Я думала, с такой плитой такого не может быть. Текло-то там совсем чуть-чуть. Как она потухла, непонятно. Вообще прям так страшно стало. И после этого я всегда боюсь включать снова огонь. Мне кажется, сейчас вспыхнет вот так, вот такая вспышка, так пух, и полетит. Почему-то мне так кажется. Вот, ну, переставила, все хорошо у нас там кипит дальше. Здесь у нас картошка с морковкой, я их чистить не стала. Просто их здесь отварю, потом почищу. И потом отдельно их перемолю, там все такое, короче. Здесь у нас уже куриный бульон варится. А, здесь у меня куриная грудка. Сейчас я ее только-только еще поставила. Ну, мне что-то кажется, что будет мало жидкости, ну, не знаю. Картошку я не всю, наверное, буду. Я много положила, добавлять не всю буду, скорее всего. Оставлю на ужины там какие-нибудь. Морковка тоже еще останется. Тоже не всю буду добавлять. Вот Димочка мне помогает. Картошечку чистит. Да, малыш? Козини, как яйца. Картошечка. Молодец. Как Дима и яички умеет чистить, да? И картошечку научился чистить. Маме так нужна помощь. Дима, молодец какой. Мама устала, да? Устала мама, да. Мама уже с утра и отварила и картошку, морковку, курочку. У нас бульон с тобой куриный. Все, я съела. Молодец, давай ее положим сюда. Еще надо? Давай еще. Давай тебе подцеплю ее тут вот. Держишь ее? Опа. Все, ты дальше сам. Вот, Дима, какой молодец. Цепляется? Цепляется. Дима, как помогает маме. Какой помощник. Тут у нас еще хлебушек подымается, отправила я. Еще вроде как через 15 минут должен подняться. Посмотрим. Да? Тут наше это, на нее обзорчик будет. Тут гора, тут и мама тоже вот чистит. Сейчас для этой нужно чистую тарелочку положить. Да, Дима, молодец. Кушай, кушай, зайка. Вот так вот, так, кушай. Кушай, кушай, Мишка. Мишка, вот так Дима кормит игрушек. Да, скажи, они уже у меня поспали одну секунду. Теперь мы их кормим. Да, кушай, кушай, зайка. Кушай, кушай, Мишка. Вот как Дима кормит, да? Кушают они, хорошо кушают? Дима, хорошо кушают игрушки? Хорошо. Все, доели. Доели, да? Доели. Ну все, вытираем ротики теперь. Ротики вытираем. Так. И силаем. Зачем вытереть, да? Ну рукой вытрем ротики. Вот, ну аккуратнее, чего ж ты так сильно. Вот. У Зая тоже вытирай. Угу. Теперь спать будешь укладывать их? Спать, укладывать. Да. Ты будешь их укачивать? Будешь укачивать. Укачивай. Да? Укачивай. Баю, баюшки, баю. Да? Спи, зайчушка, на краю. Ну, что ты там с этой тарелкой возишься? Да? Поставь ее там сбоку. Ой. Ну, укачивай зайку. Ну, не так.
Ну ты уж прям совсем. Вот, и укачивай туда-сюда. Как мама тебя укачивала? Ну, а другую руку Мишку тогда бери. Ага. Вот, укачивай. Пой песенку. Баю, баюшки, баю. Ну, Дим, успеть ты их уложи. Баюшки, баю, баюшки, каю. Угу, укладывай. Вот так вот вместе. Да что ты какой, а? Хулиган ты, хулиган, Дима. Дима, хулиган. Что, ты их валетиком кладешь? Дима. Ай, Дима, Дима.